Здравствуйте, мальчики и девочки! Сегодня я вам прочту новую сказочную историю, которая называется «Британские львы». В Лондоне перед входом в Британский музей стоят два каменных льва, очень больших. Один лев добрый и послушный. Он весь день лежит, не шелохнувшись, и смотрит, сколько прошло в музей посетителей. А другой лев шалун взял однажды и лизнул человека, выходившего из музея. Человек удивился. «За кого ты меня принимаешь?» – спросил он льва. «Замороженное». Он очень рассердился и ушел рассерженный. Но лев не успокоился. Он лизнул еще одного посетителя, потом еще одного. Наконец, кто-то пожаловался на него смотрителю музея. «Думаете, это приятно?» «Вовсе нет, это щекотно и противно. У настоящего льва язык мягкий, а у каменного жесткий и шершавый». Смотритель Британского музея извинился за льва и обещал отучить его от этой скверной привычки. Вечером он спросил у своей жены: «Как ты думаешь, что любят львы больше всего?» «Больше всего? Свиные отбивные и сахарные кости. Это всем известно. А что любят меньше всего?» «Меньше всего? Право, даже не знаю. По-моему, шоколад. Видела ли ты когда-нибудь льва, который жует шоколад?» «Нет, никогда не видела. Ну вот значит, меньше всего они любят шоколад». На другой день по дороге в Британский музей смотритель купил целую плитку шоколада и помазал себе шоколадную щеку. Лев его лизнул и сказал: «Фу, шоколад!» И с тех пор он больше никого не лизал. Ну что, мои маленькие друзья, надеюсь, эта история вам понравилась. Но сейчас время позднее, будем смотреть мультфильм. А я с вами прощаюсь до завтра. Всего доброго, до свидания, пока!